Всем привет! Сегодня 21 мая. На улице 0 градусов. Я хочу вам показать, где живет мой друг Бурундук. Мы сейчас идем туда, по направлению к домику. Вот такое вот поле. По дороге встречается осина, береза, временами сосны, ели. Такая вот тропинка тут утоптанная. Погода теплая, солнечная, но 0 градусов. Вот такой вот красивый березняк. Птицы поют. Идем. Ну, в принципе, мы и пришли. Бурундук любит вот такую вот пригорку. Вот такая вот пригорочка. Сейчас я вам покажу его на норку. Я оставила здесь клубничку. А вот, собственно, его и нора. Она неприметная, незаметная.